В одном из районов Читы выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества сероводорода. Об этом сообщится на сайте Забайкальского гидрометцентра. Концентрация сероводорода в Нгадинском районе превысила допустимое значение больше, чем в 3 раза. Напомним, газифицировать Читу будут по концессионному соглашению с компанией «Аврургаз», учредителем которой является Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация. 50% общества принадлежит Станиславу Неверову. Ранее сообщалось, что около 4000 частных домов в Чите не попадают под газификацию из-за недостатка финансирования. Власти Забайкалья просят Федерацию выделить еще 900 миллионов.